слуг в своем бытии остался без войска, умер. Когда мой брат Кюльтигин скончался, я запечалился, снова и снова говоря: имя и слава тюркского народа да не погибнут, гласят эти каменописные сказания древности. Молчат вечным сном усопшие тысячелетия. Может, лишь в песне живая душа народа скорбит и поныне, вызывая дух предков во имя грядущих поколений. Покрыты мраком, развеяны прахом по ветру, эти огненные меченосцы. Бессмертна лишь устная мольба, восходящая к небу с каждой новой зарей. Мелодия эта — сирота. Чудом остается в живых на стойбище ребенок. Вражеская конница сметает все. Сирота плачет, но его спасают добрые люди. Это преемственность поколений, спасавших и продолжавших род кыргызов. Бакыт Жусупжан Улу — молодой музыкант-профессионал. Суждено ли успеть одаренному музыканту за ушедшим кочевьем неумолимого времени, уносящего старинные песни и мелодии? И когда же наступила та роковая поступь нашего жестокого времени, прервавшая свободный полет прирожденных кыргызских музыкантов? Столетник Кеесбай, непревзойденный Кыекчы, воспринимается теперь как легенда. 90-летний Датка, эпический виртуоз, тоже уже как сказка. Выдающиеся мастера самородки, уже уставший скакун Кулмат, и отставшие от бега времени Джумабай и Дыканбай. Каждый из этих кыекчи представлял собой классический мир народного гения, донесшего до 20 века уникальное музыкальное наследие. С самых незапамятных времен предками завещан нам этот кыяк. И поет, и рассказывает о сокровенных думах человека. Мы снимали эти кадры для кинолетописи 20 лет тому назад. И оказалось, что то была последняя встреча с последними из поколений кыекчи, унесших с собой невосполнимое богатство музыкальной летописи народа. Белая гора с каменным цветком, краса, бургу. Ты убит врагами, я вдова, сирота, бургу. Синяя гора одарена каменным узором широко, бургуй. Ты сражен в бою, я вдова, сирота, бургуй. Уже давно нет в живых самого Дыканбая. Боги тоже умирают вместе с уходящими певцами. И от покойного остался вот этот осиротевший кыяк. Всесокрушающий поток 20-го столетия, советская идеологизация, начисто вытравили из сознания народа эту извечную национальную традицию.
Я два раза приезжал в это село Акташ на юг республики в поисках каяка да и камбая, которого я никогда не знал и не слушал, говорит Бакыт. А в наши дни нигде не найти настоящего каяка. Куда же он мог деваться? Оказалось, что после смерти Дейканбая культработники забрали в клуб его каяк, да так и забыли его среди хлама. Каяк в умелых руках поет песни причитания. В них оживают слезы и багряные закаты минувших лихолетий, облитых кровью и скорбью. Некогда могучая, монолитная, как гранитная вершина, народная музыка будто рассыпается, как эти обломки растрескавшихся скал, похоронивших в себе века. И что же случилось с нашей культурой? Почему только на словах чтим эти молчащие символы, не замечая крупного излома в музыкальной традиции? Или стерты в памяти пути дороги к тайнам музыкально-поэтического фольклора, к которым так естественно восходили Мураталы, Тогалок-Молдо, Токтагул? Каяк — самый древний у кыргызов музыкальный инструмент. Это сложный, с нераскрытой загадкой культурный феномен. Забытый, непонятый, отвергнутый. А ныне это певучее чудо оказалось ранимой, хрупкой архаикой перед воинствующей нашей бездуховностью и ее безликостью. Горько признавать, что уже утрачены секреты каяка, высеченные острием былого мастерства и освященного тайной. А музыковед Бакыт все ищет, собирает и расшифровывает старые записи и фонограммы. Его каталог вновь оживших наигрышей каяка, от обрядового до эпических напевов, дело для него самое неотложное. Радостная река, задумчивая природа, стражники перелетных лет, эти горы ждут не дождутся возвращения своего певца каяка. Сможем ли мы вернуться к истокам и возродить хотя бы частицу музыки народной души? Бакыт, когда-то обучавшийся классической музыке, теперь пытается раскрыть чудодейственное наитие своих предшественников. Сумеют ли эти ребята почувствовать своим сердцем боль умирающего древнего музыкального ритуала и этики? Сообразно высокой чести общечеловеческой и национальной культуры, музыка должна пробуждать давно ушедших святых, воскрешать павших в сражении воинов-батыров. И поэтому песне жить вечно. Духовные силы народа истощается по мере прогрессирующей депрессии тоталитарного общества. Издревле, сотворенная народом его певучая святость, сегодня
похоже, осталась без заботливых рук. Благородные усилия музыканта-виртуоза Бакыта лишь подчеркивают остроту обращенного ко всем вопросам. Как уберечь эту сироту-каяк для будущего?